Всем привет! В общем, решила сегодня я что-нибудь поготовить, только встала, вот только умылась, естественно, не накрашенная, ничего, и подумала, что поготовить, что поготовить. Наткнулась на видеоблогера Самвел, может, кто тоже сегодня смотрит с Украины, с Днепропетровска. Вот он там готовит эти луковые оладики, драники, как их там правильно. В общем, я тоже решила попробовать сделать первый раз. Будем делать вместе. Сейчас. Вот так. Пока нарезала морковку. Он режет лук. Сейчас будем резать лук. Вот так я сейчас выгляжу. Собралась плавать, называется. А не тут-то было. Как вы думаете, как вы думаете, зачем я это одела? Правильно. Все очень просто. Для резки лука. Сейчас будем делать, без нее не справляюсь. Классная вещь, всем советую. Можно даже запатентовать за моим именем. Все, поехали. В общем, вот. Нарезала сюда лук. То есть я его натерла. На терке я его натерла. Что-то порезала. Морковка здесь у меня. Два яйца. Так, что еще? И сметану. Вот, и сметану я добавила. Где она? Две чайные ложки с горсткой. Вот. Сейчас у меня пойдет мука. Вот она пошла. Тоже, наверное, еще. Еще, еще. Какой термоядерный лук. Бог ты мой. Какой же он термоядерный. Это что-то с чем-то. Потому что, если бы не мои очки... аквалангиста, блин. То это было бы что-то с чем-то. Нос просто пробило, потекли сопли. Называется негаданно нежданно. Сейчас. Зелень еще надо. Ну, как всегда, на все котлеты, правильно? А у меня зелень закончилась. Закончилась, потому и... Сейчас посолю, поперчу. Жду я, значит, пока закипит масло в сковороде. Вот. Спасибо очечкам. Если бы не они, разрыдалась бы. Вот. Вот так вот. Стоим, ждем. Чуток. Подогреется. Такой бордель у нас разведенный. Сейчас наложу, покажу вам. В общем, вот так я их разложила. Ой, надеюсь, что все хорошо получится. Пошел дымок, включаю. Уменьшаю. На семерку поставлю. На 7 часов, ну, хотя бы так, чтобы мужу понравилось угостить его. Все, потом я вам покажу. Вот, масло такое у меня краснодарское было. Солнышко. Тут у меня соль стоит. Тут у меня подставка была. Положим вилок. Потом покажу в конце, конечно, что у меня получилось. Спасибо за внимание. Вот, в общем, у меня вот такие получились. Это первые. Я отошла, пришла, они подгорели у меня. В общем, нужно следить за ними. Но это ладно. В общем, я уже две штуки съела вот с чаем. Нормально, все можно есть. А это вот я готовлю мужу. Вот они жарятся. В общем, вот так они получаются. Обалденная вещь. Мне очень нравится. Вкусные. Совсем чуть-чуть осталось на одну штучку. В общем, вот так вот. Вот такие вот оладушки луковые.
Спасибо за просмотр. Кто еще не готовил, готовьте. Кто готовил, конечно, скажет, что я неправильно сготовила. Но первый раз, всегда первый блин комом. Всем пока-пока. Thank you.